Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на Просвещении. Давайте посмотрим новинки вместе. Это что такое? Ой, смотрите, какие кружечки. Горошек. 240 миллилитров, маленькие. Очень много цветов здесь. Ну, 4 точно вижу. Оранжевая, вот красная, оранжевая. Очень люблю ковыряться в этих цветах. Каждый цвет по-своему хороший. А потом мысленно выбираю, какую бы купила я. Симпатично. Я стою, вытираю, а это капельки, оказывается, такие. Я думаю, это мусор. Сделано, конечно, не очень хорошо. Ну, наверное, мне понравилось или оранжевое, или красное. Тоже вот с мусором. Да, качество не очень хорошее. 55 рублей. А изготовлены из фаянса. А в этом магазине, кому интересно, вот тоже привезли тарелки черные. Цены я говорила уже в прошлом видео. А здесь вот такой вот не было, прям я показывала. А такие были. Опять появилась новая белая посуда. А пиала 240 миллиметров. За 55. Такая квадратная. В принципе, симпатичная. В нашем магазине 3 размера. Вот эта тарелочка прям классная. За 77. 22 сантиметра. И большое блюдо. Диаметр 32,5 сантиметров. За 199. Тарелки выполнены из опалового стекла. Не знаю, мне нравится как-то более современно, что ли. Вот такие тарелки, 25 сантиметров. Тарелки глубокие, за 99 рублей. Изготовлены из керамики. И имеют две расцветки. Вот такие оранжевые. И красный. А также тарелка 16,5 сантиметров за 55 рублей. Тоже изготовлена из керамики. А еще пиала. Вот не нравится, что она внутри темная. Мне нравится, когда беленькие они. Пусть будет рисунок, но внутри она должна быть беленькая. Лично для меня 700 миллилитров за 99. Еще есть одна расцветка. Вот такая серая. Ну, в принципе, так тоже неплохо. Вот вязаные. Симпатичные. 500 миллилитров. Выполнено тоже из керамики. И стоимость не знаю. Наверное, 77. Беленькие круглые тарелочки. Без всякого рисунка. Белые тарелки. Без рисунка. Прям такая классика-классика. От Luminarc за 77. А также есть большие 25 сантиметров за 149. Вот хорошие. Вот такие тоже 149, 20 сантиметров. Тарелка глубокая. Также от Luminarc. А это воронка для варенья. Диаметр 145 миллиметров. 27,5. 27,50 стоимость. И есть еще красный цвет. Вот там видно, да? А я как-то купила в прошлом году такую и не нарадуюсь. Как варенье варить или даже банки закручивать. Наливаешь, ничего нигде не проливается. Красота! Так что у кого нет, рекомендую, приобретайте. Дуршлаг такой я взяла за 249 рублей. Мне нравится, что его можно поставить. Он стекает. Как бы ножки имеются, видите, у него две ручки. А, старенький я на всякий случай убрала на балкон, дуршлаг. А вот этим пользуюсь. Ну, пока отлично. Отлично служит он. Пока мне все нравится. А полиэтиленовые крышки, смотрите, разных цветов. Желтенькие и розовые вот. И для слива по 6 рублей.
Лофт большой, на колесиках, 149 рублей. Широкий. У нас в двух цветах. Белый и серый. Это не то. Такая еще. Вот колесики. Слушайте, ну очень удобно, мне кажется, поставил. Задвинул. И поставил второй рядышком, да? А сюда наложил все, выдвинул. Красота. Мне нравится. Все что угодно можно туда. И соусы различные, банки. Также и крупы можно поставить. И также всякие чистящие. У кого, кому как, что нравится. Длина 35 сантиметров, ширина 21 сантиметр и высота 12,5 сантиметров. Ну, больше всего мне, конечно, нравится белый. А вот, смотрите, коробка 10 литров с декором. Осенний декор с листочками, с осенними, за 249 рублей. Так, ничего, большой контейнер. И опять новые коврики у нас. Розовый. Серый, смотрите, с волнами. А здесь есть пупырки, которые не скользят. Это хорошо. А вот, смотрите, какой синенький. Вот еще розовый. 299 рублей. Размер, я сказала, 80 на 50. Коврик для ванны. Уже появились теплые шапки. Смотрите, с люрексом, с пайетками. Внутри тепленькая подкладка из шубки. Так, посмотрим, есть какие еще расцветки. Нет, я больше не вижу. Еще вот такие 199. Тоже тепленькие. Но без пайеток. Или без пайеток. 199. Теплые колготки. 249 рублей. Хлопковые. Зувей. Размер 52-54. А также есть 48-50. За 249. И состав. 45 хлопок, 25 акрил, 2 полиамид и 3 эластан. Также есть вот коричневые. Шоколадное дрожжи Milk 24,3 на 3 штуки в упаковке за 77. А Сникерс я такой уже показывала. По-моему, 149. Я вот не помню, сколько он стоит. А здесь нету ценника. Белочка шоколад с орехами за 77, 190 граммов. 149. 149? Да. 149, все правильно. Альпен Гольд, темный шоколад, классический за 77, по-моему, 150 граммов. И опять не тот ценник, здесь написано молочный, а здесь классический. Но цена, наверное, одинаковая. Вот еще шоколад. Ух ты, огромный какой. Милка за 199, 300 граммов. Интересно, вкусный, наверное. И еще набор конфет Мерси, 200 граммов. А здесь Тофифи. Тоже нет ценника. Цельный орех здесь. Скорее всего, очень вкусно тоже. И вафельные трубочки я брала. Так, неплохие. Со сгущенным молоком. Обычные 27,50. Магнитный маятник для принятия решений. Высота 22 сантиметра. 249 рублей стоимость. Вот таким образом выглядит. Изготовлен из алюминия, стали и магнита. Фоторамка интересная. Смотрите, какая классная. Стоячая, как говорится. 199 рублей. И мишура. Смотрите, какая расцветка классная. Симпатичная. 77 рублей, 2 метра.
тряпочки. Новое поступление. С морковками даже есть. Полосатые. Вот кому интересно, тряпочек появилось очень много разных. 50 на 70 сантиметров. Опять новые крючки на дверь. 16 сантиметров. За 99 рублей. Изготовлены из окрашенного металла и окрашенного дерева. Вот такого средства чистящего я не видела. Это, скорее всего, новинка. Мастер для кухни. Эффективное средство против жира, нагара и других загрязнений. 500 мл за 77 рублей. С курком. А вот еще один. Антиналет. Эффективное средство против ржавчины, известкового налета и плесени. Вот такой за 77 тоже. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.